Всем здорово. Сегодня у нас вот такой пациент. Не мог я это не показать. Это просто чудо инженерной мысли. Фирма LG. LG вообще удивляет. LG модель у нас К3. Сегодня разбор. Телефон не работает, тач. Попала влага. Начинаем разбирать. Честно говоря, я уже его разобрал. Но вам покажу еще раз. Как обычно. Аккумулятор откидываем, начинаем. Болтов нету ни одного. Ни одного болта нету. Тут просто типа клепки какие-то. Берем палку-ковырялку. Скидываем то, что можем скинуть. Чтобы вообще понять, что это. Так, вот уже некие трудности. Вообще, если бы я его до этого не разобрал, видео было бы часа на полтора, наверное, честно говоря. Вот так вот есть, почти есть. Так, приподнимаем все, что можем. Есть, вылетело. Смотрим. Антенна. Болтов нету. Фокус, вернись. Болтов нету. Берем нижнюю. Извиняюсь. Нижнюю снимаем заглушку. Нижняя слетела. Так, тут что у нас? Тоже антенна. Смотрим. Коннектор дисплея, коннектор тачскрина. Я уже чокнул его, потому что я уже разбирал. Дисплея чокнем. Дальше я уже процесс сделал. Вам покажу. Дальше берем карточку. Берем фен. Можно обычный фен. И начинаем греть дисплей по кругу и срезаем дисплей. Я уже срезал, чтобы, так сказать, ускорить. Дисплей срезали, сняли аккуратно. Изопропанол лить нельзя, это IPS. Дальше еще заглушки. Так, еще заглушки снимаем. Тут над камерой защелочка. Вот тут и вот тут защелочки. Раз. Убрали. И снизу такая же история, но полегче. Есть. Извиняюсь за паузу. Люди ходят. Магазин работает пока. Пока клиенты прутся. Продолжим. Так, сняли мы нижнюю заглушку, но на этом наши мучения не закончены. Тут у нас разъем под наушники 3.5 джек. Он у нас утоплен в корпус, то есть тут у нас нормально сверху. Начинаем сверху разбирать. Но эти товарищи его туда вхерачили так, что хер его оттуда достанешь. И вот это вот место тонкое, оно здесь цепляется. Так, ладно, полбеды. Вверх мы почти достали. Сейчас тонкое это место вытащим, и все, вверх будет свободен. Так, и так аккуратненько есть. Тут у нас тоже все свободно, но вот тут у нас в пазах и вот тут защелка у нас снизу. Защелку поддеваем,
тут с краю маленько тоже можно крутить. Теперь надо нам, не сломав плату вот в этом месте, в тонком, вытащить ее вот так. Все, вытащили. Видим красный индикатор, значит он у нас намок. Также коррозия. И вот теперь вопрос к LG. Нахера? Нахера надо было делать вот такую уродскую плату, чтобы она, блядь, вот тут гнулась прямо на коннекторе? Наверное, чтобы при разборе ее сломали пополам. А на этом все. Телефон разобран, в принципе. Обратно, я думаю, соберете. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться. Пока-пока.